Крайне важно своевременно провести весенние полевые работы. 70 миллиардов тенге будет выделено из бюджета и доведено до фермеров через акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация». Ставка для конечных заемщиков не будет превышать 5%. Поручаю направить дополнительно 100 миллиардов на эти цели в рамках программы «Экономика простых вещей». Конечная ставка в рамках этой программы была унифицирована во всех отраслях и составляет 6%. В первую очередь необходимо поддержать мелкие и средние крестьянские хозяйства. Это большая поддержка аграриям и местным товаропроизводителям, которые занимаются животноводством, производством молочной и мясной продукции. Кроме того, перед правительством поставлена задача по удешевлению цены дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей до 165 тенге за литр или на 15% от рыночной цены. Для этого будет выделено около 390 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене. По поручению главы государства правительством для нашей области было выделено 68 тысяч удешевленного дизельного топлива. Вот, в настоящее время мартовские объемы полностью выкуплены. Вот, сейчас прорабатывается вопрос по удешевлению дизельного топлива. В настоящее время к нам пришел протокол уже 174 тысячи тенге за тонну. Вот, ну, это будет где-то у нас 165-168 тенге за литр. Вот, это, я думаю, что это будет хорошее подспорье для наших сельхозтоваропроизводителей для удешевления производства сельскохозяйственных культур. На сегодня в регионе продолжается подготовка к весенне-полевым работам. Потребность в семенах 527 тысяч тонн. Проблем с доставкой не будет, говорят специалисты. Специально созданный штаб при Акимате области выдал разрешительные документы на перевозку. Мадина Смоглова, Бибинур Кокурова, Дархан Мужубаев, Кукшиакпарат.